Всем привет! И в этом видео я хотел бы вам показать, как зарабатывать на втором сервере ВМП в МП онлайн, то есть уже на 0.2 сервере. Ранее я показывал 0.1 сервер, то есть альфа. Сейчас я буду показывать, как на бета зарабатывать абсолютно новичку, то есть пользователю, который только что зарегистрировался и так далее. То есть у кого там первый левел, второй левел, даже нулевый, ну нулевый там такое, но первый левел, это абсолютно подходит для таких людей, что играют на этом сервере. Итак, вы зашли, допустим, на сервер, и ваша задача вот в чем заключается, чтобы сначала заходите на сервер, допустим, и при первом же заходе на сервер вводите промокод REVEN. Я сейчас его введу. REVEN вводите в меню промокоды. Нажимаете M. REVEN. Видим, в левом углу в чате написано: за каждое пройдение в игре 60 минут у вас будет начисляться 50 очков уровня и 150 долларов в Payday. Далее, если у вас будет... Ну, далее можете поехать на стройку работать, если что. Это оно находится вот здесь, вот на карте. Для новичков это в самый раз. Но потом, вы, когда у вас будет уже первый уровень, опять же, нажимаете M, переходите M английскую, меню промокод, и вводите промокод SODA. Так, и вам необходим один третий уровень для активации. То есть у меня сейчас 7 уровень. Видим рабочий статистика персонажа. Нет, у меня 14 уровень. И если у вас будет один от одного уровня до третьего уровня, вводите этот промокод SODA. И получите там 10 тысяч долларов на счет свой, сразу же вам так придет. Ну и цель видео заключается в том, чтобы показать, как новичку зарабатывать неплохую сумму на рыбалке. То есть для настройки вы такую сумму не заработаете. Ранее я показывал на 0.1 сервере, там вообще выходит там около 10 тысяч долларов за 25 минут, но здесь будет наценка меньше, так как здесь магазины принимают по 35%. На первом сервере там вы получаете наценку 45%, но это все равно какой-то есть заработок, так что смотрите, если что. Итак, ваша цель — зайти в этот магазин, вот находится вот здесь вот, он такой самый дешевый, покупайте здесь. Если самый первый раз зашли, покупайте здесь сим-карту, вот она сим-карта, сможете звонить. Далее покупайте свою карту рыболова и удочку, покупайте 2500, то есть 3000 нам нужно, чтобы купить эти два снаряжения, удочку и карту рыболова. Так, я уже удочку купил. Нажимайте in английскую, английская буква I, то есть инвентарь. И вот у нас есть карта рыболова. Нажимаем использовать. И нажимаем далее Z. Три раза английскую. То есть видим, в левом углу на карте у нас синие кольца. И туда нам нужно добраться, чтобы рыбачить. Так, едем туда. Так. Как я заработал на машину вот эту? А заработал я также абсолютно на рыбалке. На первом сервере, на втором немного иначе. На втором я работал здесь в дальнобое. Там в дальнобое здесь получается около 10 тысяч долларов в час. Но на рыбалке, на первом сервере, я получал я там, ну, 10-12 тысяч долларов за полчаса, так как там есть магазин, где сдают за 45%. Я показывал в предыдущем ролике, как
рыбачить на первом сервере. То есть называется ролик «Как заработать на ВМП». И купили мы, допустим, удочку и карту рыболова. Далее вам нужно доехать в автошколу, чтобы купить права на водный транспорт. У меня они лицензии персонажа, вот они, водный транспорт. Они бессрочные, то есть покупайте раз, они у вас будут всегда. Они стоят около 10 тысяч долларов. Итак, то есть на все про все вам нужно 13 тысяч, чтобы стартануть первый раз. И ну немного в банке денег, там 500 долларов, 300, где-то так. Итак, оставляем наш автомобиль вот здесь вот на парковке. Нет, давайте я уже припаркую туда. Дальше, так как здесь штраф не маленький, как... после обновления. Ну и купили мы, допустим, права на лодку. То есть нам нужно, чтобы взять лодку в аренду, нам нужно права. Так. И удочка, и карта рыболова. Далее идем брать лодку в аренду. Здесь у нас должна стоять была лодка, но ее здесь нету, как бы. Лодки сдают на первом сервере, лодки каршеринговые находятся в основном вот здесь вот, то есть возле автошколы. На втором сервере они находятся здесь, я видел вчера одну лодку, и другие лодки находятся вот здесь вот, в Сэнди Шорс, вот здесь. И сейчас я туда доеду, чтобы взять там лодку. Так, ну может что-то здесь найдем. Нет, это чьи-то лодки. Итак, друзья, все-таки нашел я лодку в аренду возле автошколы. То есть был я вот здесь, вот. Вот здесь я был, там две лодки стоят, но там что-то каршеринг слетел. И нашел я лодку возле автошколы. То есть здесь стоимость аренды лодки стоит всего-то 50 долларов за 5 минут. Но я вам покажу, как не платить аренду. И то есть, ну, можете платить каждые 5 минут, это не такая большая сумма. То есть, чтобы не платить аренду, после окончания аренды вы рыбачите три раза, допустим, закидываете удочку три раза и садитесь в лодку, и она не будет респавниться. Но рыбачить нужно на том месте, где я вам говорил. То есть нажимаем и английскую карту рыболова использовать. То есть Z нажимаем английскую, и вот видим, у нас 4 кольца такие вот на карте. На большой карте их не видно здесь. Ну, нужно нажимать Z. Три раза я нажал Z, и на карте видно вот 4 кольца наши. Но они будут, сейчас видим, у нас сколько времени, 8:56. В 9:00 эта локация будет смениться. Так что мы с вами подождем до 9:00 и будем ехать рыбачить с вами. Уже почти 9, и сейчас будет локация наша меняться. То есть надо будет активировать карту с самого начала. То есть, так, сейчас
локация будет меняться. Вот видим, кольца наши пропали. И сейчас нажимаем карту Рублева, чтобы обновить наши локации. Нажимаем F1 для аренды лодки. Списывается с банковского счета и едем на вот эту вот точку рыбачить. Засекаем время, это 9:00, то есть с 9:00 мы будем засекать, сколько мы заработали на рыбалке. Для того, чтобы начать рыбачить, нажимаем, когда уже будем на месте, и удочка использовать. Нажимаем на цифры, я сейчас покажу, когда будем на месте. Так, лодка наша доезжает уже на место. Нажимаем О английское, то есть, чтобы поставить лодку на ручник. Поставили на ручник. И нажимаем И, удочка, использовать. И нажимаем на светящиеся цифры, чтобы ловить рыбу. Итак, рыбачим, пока наша удочка состояние не закончится до нуля, то есть пока она не сломается. Поймали мы нашу первую рыбу. Видим, 1242 грамма. И далее продолжаем рыбачить. Thank you.
Итак, заканчиваем мы рибачить, то есть осталось всего-то пару процентов, 1%. Дорыбачиваем уже остатки удочки. И сейчас будем ехать сдавать рыбу, я покажу куда. Так. Используем удочку и видим, удочка сломалась. Написано. Далее мы едем вот сюда вот сдавать рыбу. Так как здесь большая наценка, 35%. Та самая большая на этом сайте, на этом сервере. Вы можете сделать рыло и туда вернуться, если... Но рыба, она не пропадет как бы от игрока. Даже если он попадет в больницу, с инвентаря ничего не пропадет, тоже рыба. Но я сейчас вернусь в автошколу и возьму там машину и уже поеду туда сдавать рыбу. Так, если вы... Сейчас покажу одну очень важную вещь. Если вы не можете пошевелиться, то есть нажимаете все кнопки, он перегружен. Нажимаете P букву английскую, позвонить, Enter. И видим, он встал на свое место, как и был. То есть, и Enter. И тогда сможете идти дальше. Дальше опять. Так пару раз, чтобы он смог вылезти из лодки. Вот так вот. Если не можете выйти с лодки, так как вы перегружены рыбой. Так же самое и в воде. Аккуратно идем. Так, не может он вылезти. О, вылез. То есть просто нажимаете... Если перегружен, позвонить, и все, и дальше Enter. И он тогда пойдет. Или если же не может встать там на ноги и так далее. Вот как здесь. P, позвонить, и Enter, когда уже встал. О, да, ну...
Так он по лестнице не сможет вылезти. Ну, давайте-ка как-нибудь. Надо до машины добраться. Немного поднимается вот так, если не можете куда-то выйти вот так вот, таким способом. Видимо, он понемногу поднимается по лестнице. Но это баг, да, такой баг надо. Такой баг надо перенастраивать. Понемногу он вылез. Ну, можете другим путем обойти там или как, но я сейчас вот таким способом можете пользоваться, если человек перегружен. И понемногу вылезает с этого. Ну, засекли мы время, что сейчас 9:30. То есть за 30 минут мы нарыбачили. Так, вылезли понемногу. Или же вот так. Бегли, упал. Вот, нажали и он встал. Так, заводим. И едем туда сдавать рыбу. Так, доехал я на место. Вот здесь у нас сзади дают рыбу. Вы заходите вот сюда вот, чтобы он по сходах так же само не мучился. Он перегружен. Заходите сюда и видим, у нас счет 4500. Сейчас будем, сколько мы вторгуем. Нажимаем и стрелка влево, Enter. И видим сами, у нас на счету уже 12 тысяч. То есть было 4500, это 500, 5500, 7500 долларов. Минус 2500 на удочку, то есть 5000 заработаете на втором сервере, вот так, на рыбалке. На первом, но это за полчаса, видим, у нас 9:36. Если берете две удочки там сразу же, то получается 10 тысяч. За час. Ну, для первого, третьего уровня, даже четвертого, пятого, получается весьма неплохо. Но на первом сервере там больше, там 45% наценка.
И там получается 20 тысяч долларов в час. То есть 10 тысяч за полчаса. Самая большая наценка, повторюсь, вот здесь 35 и вот здесь 35. Остальное все там по 12 и так далее. Я все уже объездил. 45 нигде не нашел на этом сервере. То есть урезали здесь. Заработки как бы такие. Ну и все, в принципе. Способ подойдет абсолютно для любого уровня, даже для фракционных игроков, те, что состоят в бандах и так далее. Полностью работа подходит. И так далее. То есть можете спокойно работать и ловить рыбу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До свидания, всего хорошего.